Всех приветствую себя на канале. Сегодня у меня будет итоговое видео по раскрашенному за ноябрь 2023 года. Иллюстрации получилось немного, но что есть, я вам все-таки решила показать. Итак, начну практически с традиционной раскрасочки «Пушистые комочки». Здесь у меня две иллюстрации. Вот такие здесь у меня вышли ежики и кошечки. Так получилось, я их практически одновременно раскрашивала. Здесь у меня были готовы только тыквы. На этой иллюстрации я делала акварельную подложку, дорабатывала Prismacolor школьными. Немножко белые гелевые ручки еще добавила. Такая очень простенькая. Ну, тут, в принципе, вся раскраска дыхательная. А на этой иллюстрации я использовала сухую пастель на фоне. И также дорабатывала карандашами Prismacolor школьные. На мой взгляд, получилось неплохо. Может быть, это не очень интересно. Но тут я изначально хотела использовать, если можно так сказать, исключительно осенние оттенки. Следующая иллюстрация в комиксе про кота Саймона «За забором». Здесь я раскрасила вот такую простенькую картиночку. Здесь у меня сухая пастель Кохинур и карандаши Бритвундера. Иллюстрация очень простая. Раскрасила я ее буквально вот за один вечер. Следующая иллюстрация в раскраске «Крылатая красавица». Вот такой получился хищный птиц, не знаю, кто это именно. И маленькая девочка стоит у него на макушке. Фон раскрашивала сухой пастелью, делала подложку с акварелью, но мне не понравилось. Пошло какими-то пятнами и некрасивыми разводами. В общем, тут меня сухая пастель очень выручила, сгладила все погрешности. Тоже иллюстрация довольно-таки простая. Не хотелось здесь мне что-то мрачное, такое темное делать. Решила немного приукрасить облака розовыми, желтоватыми, такими светлыми оттеночками. Не могу сказать, что мне 100% понравился итоговый результат. Ну и не совсем катастрофа. В общем, сойдет. Следующая иллюстрация. В раскраске от Лулумайо «Миллион магических существ». Вот такая девочка-фея с лягушками-музыкантами. Здесь я раскрашивала полихромосами и добавляла белую гелевую ручку. На эту иллюстрацию почему-то у меня ушло так много времени, но при этом я думала, получится гораздо симпатичнее. В общем, не совсем я довольна. Тут мне совсем не понравилось, как получилась фея. Возможно, стоит мне ее доработать. В общем, я подумаю. Следующие две иллюстрации в раскраске «Мышьсик Маус осенняя». Вот такая летучая мышка с паучком. Раскрашивала брутфунерами и подложку делала акварелью Ван Гог. Ну, тут ничего особенного, очень простенькая иллюстрация. И еще вот такая. Здесь я использовала сухую пастель и карандаши брутфунером. Тоже очень простенькая иллюстрация, раскрасила за один день. Следующая иллюстрация в раскраске от Гугели. Здесь я выполнила вот такой разворот. Раскрашивала акварелью Ван Гог, добавляла блестящую краску. Сейчас вам попробую показать некоторые элементы, как блестят. Вот здесь вот на рукавах. Рыбки тоже блестят. Плохо на самом деле камера передает. Немного белой гелевой ручки еще добавила. Но в целом я довольна результатом. Мне нравится, как получилось. Это первый разворот в этой раскраске. Для меня эта работа оказалась объемной. Я здесь сидела, наверное, дня, наверное, 3-4. Очень переживала, как бы не испортить ее.
Конечно, понимаю, что можно было сделать, наверное, эту иллюстрацию более интересной, но у меня вот такой более простой, незамысловатый вариант получился. И осталось вам показать 4 ноябрьские работы. Вы уже могли их видеть в моем видео о начинании новых раскрасок. Останавливаться на них долго не буду. Следующая иллюстрация в раскраске «Звездная ночь». Следующая иллюстрация в мифографике «Волшебная земля» от Джозефа Кеттенбелга. И четвертая иллюстрация в раскрасочке «Гугеля». Ну что ж, на этом все. Вот такие скромные итоги у меня получились в ноябре. Вам спасибо большое за просмотр. И мы, как всегда, увидимся с вами уже в следующем видео. Всего вам самого-самого доброго.